что у больного не было свидетельства. Над этим мы как-то не подумали. Это все очень... Так, следующий доклад. Венетоклакс в реалии клинической практики гематологов. Выступает Никитин Евгений Александрович. Пожалуйста. Добрый день еще раз, уважаемые коллеги. Венетоклакс. Мы идем с некоторым опережением графика, поэтому у меня есть определенная свобода. Венетоклакс, препарат. Евгений Александрович, мы идем с небольшим... Я просто хочу предупредить, что у нас... доехал до нас Василий Анатольевич Шуваев, которого мы вчера не включили, и сегодня нам будут инкорпорировать. Поэтому мы ни в коем случае не отнимаем у вас время. Просто имейте в виду, что вот... Хорошо, да. Значит, так вот, венетоклакс – это пероральный низкомолекулярный препарат, созданный для селективного ингибирования БЦЛ-2. Механизм действия венетоклакса сложен. Он неоднозначен, мне кажется, до конца я не понят. Но тут вот в чем дело. Все события происходят на наружной мембране митохондрии. Там два белка БАКС и БАК, непривычно звучащие для российского уха, формируют пол и хотят перемобилизировать мембрану и запустить апоптоз. Им мешает это сделать БЦЛ-2 и его аналог БЦЛ-ПИЦ, XL. Значит, есть еще одна третья молекула, называется БИМ. БИМ – это BH3-миметик. Этот БИМ связывается с БАКом и БАКСом и усиливает их действие. Вот. А этот БИМ связывается с БЦЛ-2 и не дает ему ингибировать БАК-БАК. Значит, поэтому все определяется количеством БИМ на самом деле. Ну, действительно, засложная ситуация получилась, но когда пациент получает венетоклакс, и венетоклакс связывается с БЦЛ-2, высвобождается весь секвестрированный БИМ, и клетка таким образом запускается в апоптоз, потому что БАК и БАКС ничто не мешает это сделать. Вот так действует венетоклакс. И сегодня он зарегистрирован для лечения пациентов с хроническим лимфоликозом, делеция 17П или мутация P53, в том случае, если им если они рецидивировали после ибрутиниба, если лечение этими препаратами не показано. А также у нас, кстати, есть новое показание, венетоклакс плюс ритуксимаб по результатам исследования Мурана мы можем применять просто пациентам в рецидиве хронического лимфоликоза. Под нашим наблюдением на сегодняшний день находились 18 пациентов. Медиана возраста на момент начала венетоклакса составила 61 год, разброс от 49-74 лет. 12 мужчин в этой выборке, 6 женщин. 8 из них имели делецию 17П, тут ошибка не 7, а 17. И синдром Рихтера был у 5 пациентов. Распределение по стадиям: 40% имели стадию С. Пациенты были сильно предлечены, медиана числа линии терапии в анамнезе 4, разброс от 1 до 7. И вы видите, что почти все получали ФЦ, почти все БР, и ибрутиниб 72%. То есть мы переводили пациентов в основном на венетоклакс в случае развития рефрактерности к ибрутинибу. И вот на этом слайде статус пациентов перед началом терапии венетоклаксом. Рефрактерность к ибрутинибу – это 8 пациентов. Рефрактерность к ибрутинибу и синдром Рихтера – 3 пациента. Рефрактерность к ибрутинибу, синдром Рихтера и поражение ЦНС – еще 2 пациента. Это вот мы то, что стали видеть, такого раньше это толком и не было при хроническом лимфоликозе. Пациенты, благодаря нашим препаратам, стали доживать до таких осложнений, которые раньше просто не появлялись. Вот настоящая махровая нейроликемия на фоне хронического лимфоликоза. Кто из вас такой вот видел так запросто? Те, которые мы видели в старом эти случаи, все на перебор были мантийные зоны. Это все неправда, это не хронический лимфоликоз. Мантийные зоны часто поражают ЦНС, а хронический лимфоликоз нет. А вот здесь у нас вот такие случаи. Рефрактерность к иммунохимиотерапии 4 пациента и один пациент в первой линии, где он получал варфарин по жизненным показаниям. Там невозможно было отказаться от приема препарата. И вот время от начала терапии ибрутинибом до даты начала венетоклакса, это вот эта категория пациентов, 20-22 месяца. Вот эта категория пациентов. Значит, что мы имеем? Если говорить о всех пациентах, то 39% этих больных достигли полной ремиссии.
33% частичной ремиссии, 11% стабилизации, 17% прогрессия. Если мы посмотрим на категории, то в группе пациентов с рефрактерностью к арбутинибу 3 полных ремиссии, 4 частичных ремиссии. В группе пациентов, у которых синдром Рихтера, 1 полная ремиссия, у двоих ответ меньше. Ну и 4 пациента, у которых была рефрактерность к иммунохимиотерапии, которые не получали ибрутиниб раньше, то есть они получали С, Б, они все вошли в полную ремиссию. То есть ответ на венетоклакс непосредственно зависит от статуса пациента. Если у вас иммунохимиотерапия в анамнезе, все войдут в ремиссию. Если это рефрактерность к ибрутинибу, половина. Если синдром Рихтера, то 10%. Вот что мы можем ждать. Общая выживаемость у пациентов на терапии от даты начала терапии венетоклаксом вот такова, медиана не достигнута. Но в данном случае тут три события: прогрессия нейроликемии, прогрессия нейроликемии. 3 пациента погибли, из них 2 имели доказанный синдром Рихтера, а один случай, когда пациенту 2 раза была сделана биопсия, 2 раза мелкоклеточная лимфома, но по ПЭТ SUV20. ПЭТ светится внутрибрюшные лимфоузлы. Вероятно, это тоже был Рихтер, но мы не смогли его найти. Должен сказать, что венетоклакс достаточно серьезно и быстро повышает, устраняет цитопению. Например, один пример пациентки, которая получала 3 линии терапии до венетоклакса, в том числе и ибрутиниб, и пришла к глубокой цитопении на фоне приема, постоянного приема ибрутиниба. И она была переведена на венетоклакс. Посмотрите, у нее за 7 недель фактически на эскалации дозы значительное повышение тромбоцитов и гемоглобина. Так что это действительно препарат, который в ряде случаев оказывается совершенно жизнеспасающим. Ну и я хочу привести короткий пример пациентка успешного, конечно, применения венетоклакса. Пациентка, которой было 43 года на момент выявления болезни. В статусе исходного у нее вариант без мутации VH-генов, нормальный кариотип. Она получает в 2008 году FCR, достигает полной ремиссии, в 2013 году рецидивирует, выявляется делеция 17, мы делаем ей БДР, достигаем только стабилизации, переводим на поддержку ленолидомидом, поскольку это рефрактерное течение. Донора у нее нет. Она получает ленолидомид в общем-то, в течение полутора лет, до декабря 2015 года, там прогрессирует, снова ФИШ, снова делится 17П, и она начинает принимать ибрутиниб с декабря 2015 года, теряет ответ в июле 2017 года, достигает сначала частичной ремиссии, потом теряет ответ. Вот такую пациентку мы переводим на ибрутиниб под ее статус конгломерата лимфоузлов брюшной полости. Она начинает эскалацию дозы, и у нее выявляются лабораторные признаки синдрома лизиса опухоли в виде гипокальцемии и больше, собственно, ничего. То есть клинического синдрома лизиса опухоли не было. У нее достаточно быстрая позитивная динамика гемоглобина и тромбоцитов. Нейтропении глубокой не происходит. Из осложнений в начале вот этот большой конгломерат приводил к тому, что у нее были ужасные боли в животе. Она худела и мучилась от боли в животе. Терапия венетоклаксом быстро привела к купированию болевого синдрома. Затем у нее развилась диарея, с которой мы разбирались в течение 3 месяцев. И в конце концов эффект был получен на комбинации гидросека и закафалька. Ну и многочисленные инфекционные осложнения, которыми мы вполне справляемся. При оценке эффекта, вот был конгломерат, вот почечная вена контрастированная, вот был конгломерат, вот его нет. И, кстати говоря, я не показал, что у нее при оценке минимальной остаточной болезни в костном мозге число остаточных клеток ХЛЛ в костном мозге менее 0,01%, что соответствует критериям эрадикации минимальной остаточной болезни. Поэтому предварительные данные говорят о высокой эффективности венетоклакса у пациентов с рефрактерностью к ибрутинибу. Если это синдром Рихтера, то это может быть положительный, но очень непродолжительный эффект. Препарат эффективен для коррекции цитопении, и существенной токсичности, лимитирующей применение препарата, мы не наблюдали. Частым осложнением является нейтропения, но с этим осложнением можно эффективно справляться. Благодарю за внимание.